В пьяной драке погиб один из жителей Ноябрьска. Трагедия случилась в одном из общежитий по космонавтов. По словам жителей дома, соседи поссорились. В результате один другого ударил ножом. Рана оказалась смертельной. От орудия убийства нападавший поспешил избавиться. В настоящее время по факту убийства нами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан, помещен в изолятор временного содержания города Ноябрьска. Сейчас он осознал тяжесть содеянного, признал вину, обратился с явкой с повинной и продолжает активно сотрудничать со следствием, в том числе указал место, куда он после совершения преступления выбросил нож.